Ровно через год, 1 октября 2020 года, начнется всероссийская перепись населения. Пройдет она в новом формате. У жителей страны появится возможность ответить на вопросы переписчиков с помощью онлайн-анкеты на портале госуслуги. Российская Федерация – это третья перепись. И она будет являться первой цифровой переписью, потому что будут использоваться новые способы заполнения переписных листов. Все переписчики будут ходить с планшетами, в том числе и в нашей Челябинской области. Но и традиционный обход домов переписчиками никуда не денется. Даже если житель прошел перепись онлайн, нужно будет показать специальный цифровой код подтверждения. Когда вы эту услугу получаете сами, вы можете туда внести и своих жителей, родственников, кто проживает вместе с вами. Поэтому сразу за одним оформить вот эту перепись на всех проживающих членов семьи. В Челябинской области на переписи населения будет работать около 6 тысяч переписчиков. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. И на ней идентифицировать себя можно будет свободно, как и в прошлый раз. Тогда выяснилось, что часть жителей страны относит себя к эльфам и гномам.